посылочка с китайским смартфоном POM P8. Заявленные характеристики такие: дисплей 4,3 дюйма, QHD разрешение 590x640, 512 мегабайт оперативной памяти, процессор 1 ГГц, MTK6575, а также Android 4.0. И должна быть в комплекте приставка к телевизору TV Box. Давайте посмотрим. Хорошая упаковка. Напомню, цена данного смартфона всего $85. Так вот хорошо упаковали. Куча пупырки, такая большая коробка. Очень много пупырки. Хороший продавец. Приятная коробочка с плотного картона. Большая. На китайском. Сам смартфон. В комплекте аккумулятор, зарядка очень компактная, маленькая. Еще один аккумулятор. TV Box такой вот маленький. USB кабель, еще одна зарядка, это видимо сюда, в бокс, стилус, кабель для подключения к телевизору и еще один USB кабель. Хорошая комплектация. Давайте посмотрим на дисплей. Давайте посмотрим на сам смартфон. Хорошо собран. Нет никаких скрипов. Имеет приятный дизайн. Смартфон включается. Ну вот такой вот смартфон. Ждите в скором времени на нашем сайте обзор, на нашем канале видеообзор данного смартфона. Спасибо за просмотр.